Здоровеньки. Что тебе клево тут? Наш киндер. Мальчик растет. Такой уже большой. Что прибольшой. Киндер, что у тебя там во рту прилипло? Ну-ка дай-ка. Какую-то бумажку тебе там. Ну. Вот себе здесь местечко нашел. Вот он. Вот так вот забирается вот с пола сюда. И укладывается вот здесь на шкафчике лежит. То есть как бы собачка, он по сути как кошечка себя ведет. Киндер. Вот такой киндер. Такой очаровательный малыш. Мальчик у нас ищет дом. Мы вообще, честно говоря, хотели его себе оставить. Но что-то как-то подумали, что вдруг найдется хороший хозяин. И он, кстати, уже почти нашелся. Кто киндера нашего сыновит. Мальчик невероятно харизматичный. Он засыпает. Глазку что-то запачкал. Небольшой будет, я думаю. Ну, во всяком случае, не выше колена. Вот он тут лежит под телевизором, на шкафу. Оттопыривается. Киндер, ты, может быть, слезешь? А? Киндер. Киндер, иди сюда, котик. Малышок. Малышочек. Что такое? Давай, иди сюда. Давай, покажи, как ты слазишь. Давай, оп. Давай, ну. Давай вниз. Давай. Не, говорит, что-то. Не пойду я туда. Вот, все. Видите, какая собачка? Ну, вообще, как бы, как будто не собачка, да? Скажи, я как кошечка. Не, говорит, не пойду на пол. Ну, вас нафиг. Полежу тут. Да, тут прикольнее. На шкафу. Как кошка. Вот такой киндер. Да. Ты малыш мой. Тимой зайчик. Тимой халюсей такой, я. Синульки. Синульки скажет, что там ругается, да? А я тут сплю. Ну, правда же, милый синочек. Такой милый малыш. Да, это вот он. Вот так вот я посплю туда чуть-чуть. Посплю. Все. Все, вот так вот. Все, на шкафчике, говорю, посплю. Вот, не мешайте мне спать, все.